Меня зовут Людмила Васильевна, мне 75 лет, я москвичка. 75 лет – это уже много, как говорят со стороны, хотя изнутри мы это не ощущаем. Дети выросли достойные, внуки уже взрослые. Казалось бы, живи и радуйся, но не получается. Вместе с возрастом приходят болячки возрастные. Высокое давление, гипертония усиливается, болят суставы, болит поясница, расстраивается сон. Еще случилась неприятность. Я упала, сломала руку. Реабилитация идет трудно, боли невыносимые. Ну что, сражалась как могла, как все. Таблетки, физиотерапия, понижающее давление, понижающие чувствительность, мази, массаж, гимнастика. Ну, все это помогало слабо. Пришел сын, посмотрел на меня, такую несчастную, поникшую, беспросветную. Говорит, есть вещество, антистарин, который помогает во всех таких трудных случаях. Я не поверила. Он приобрел, принес, сказал, как принимать. Я стала принимать. Вот такой пакетик я делю пополам. Вечером, перед сном, за час, за полтора, растворяю в горячей воде и пью. Это продолжается уже 4 месяца. Улучшение пришло быстро. Сначала стали уменьшаться боли, нормализовалось давление, ушли боли из поясницы, из суставов, руке стало лучше, стало спать лучше, настроение улучшилось. Так что я считаю, что это лекарство, или, как сказать, добавка, очень эффективна. И предлагаю всем людям, у которых аналогичные всякие недомогания, попробуйте. Я уверена, что вам так же, как и мне, это поможет, и качество жизни у вас значительно улучшится. Спасибо.